все-таки взяла не свое письмо. Вот пойду отнесу обратно. Да, да, кстати, кушать подано. Ты замечательно, Барди, просто замечательно. Ты ухаживаешь за этой квартирой, как и своей собственной. Да, именно так. Именно так. А, прекрасно, правда? Вот так ты летаешь, работаешь, а потом нужно просто прийти домой, помыть руки и сесть за стол. Да, прям как настоящая семья. Да. Робер, а вам тоже нужно найти себе настоящую женщину. Да. И тогда вы, так же, как и Бернар, решите жениться. Знаете, я уже всерьез над этим задумываюсь. Так, быстро всех к столу. Ну так первый будет считаться поцелуй на Эти французы просто ужасные. Да мы вовсе не ужасные, а вы очень красивый, Люганта. Я иду в свою комнату! Подождите, вы меня что, покидаете? Конечно, я вас не покидаю, вас оставляю! В противном случае, если вас станете меня убедить, что я, что вы, и что невеста целуется с лучшими друзьями женихов по 25 раз и засос, хотя я знаю, что это... Так я уже рад, что вы это понимаете. Вы слушайте! То, что вы тут вытворяете, это неприлично, вы понимаете? Да почему? Просто поцелуй. Просто... Все! Все! Алкоголь! А где ваши туфли-то? Ваша пачка! Что? А сигареты для Марка? Отвратительная женщина, зайдете в этот бар как? Ну я же молодой человек, но я же стесняюсь! Ну если все так серьезно... Очень. Пойду в другую комнату. Спасибо. Спасибо большое. Забавные у тебя друзья. Спасибо вам большое. Спасибо. Что, больной? Что у тебя нашло? Я? Нет. Я тебе как раз здоров. А вот ты? Марта! Кажется, вы про нее забыли, да? Почему забыли? Она при тебе звонила и сказала, что прилетает к 11. Да, да, звонила, когда нас не было. Она позвонила и сказала. Алло, Берта, я пораньше подлетаю. Пораньше? А я уже здесь. Понимаешь? Вот прям здесь. Да, 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 здесь. И ты до сих пор молчал, идиот. Я еще идиот. Нет, ну нормально, значит, я тут прыгаю полчаса, пытаюсь выпихнуть тебя на природу, а ты, значит, ты еще и отзываешь. Я понять не могу. А я говорю, слушай, мне это я говорю. Как-то не противно, но это так. Да, да, хорошо, хорошо. Да не хорошо, хорошо, а хорошо! Ты должен меня на руках носить. Я тут прыгаю, извиваюсь, чтобы твой план не избежал краха. А ты еще не обзываешься. Да нет. Да нет, а да. Все, я тебя больше слушать не хочу. Я в отель поеду. Я так слушаю, сейчас не время для истерик. У меня истерика? Нет. У меня истерики никакой нет. Истерика должна быть у тебя. И на то есть причина, я могу подтвердить. Все, я пошел. Ты не можешь дать мне бросить, как последний ублюдок. Ах, я еще и ублюдок! Смотри, подожди. Я тебя слушать не хочу. Прости меня, старик. Ha ha ha!
ну хорошо, просто я забежал на минуточку и... Стоп, а где ты был? Почему у тебя такой злобный вид? Меня? Нет, у меня все в порядке. Я уходил на минуточку и сейчас опять уезжаю в Сан-Жермен. А как дела? Как изучаем? Чтобы немножко сменить обстановку. Да. И... Подожди, Дарлинг, ты отдал нашу комнату своему другу. Давай с этого начнем, а? Я? Ну да. А, ты да. дал Берти вон ту комнату, а мне отдал вашу. Я? Ну да, смотри, ты что, там имя? А, точно! Ну, Берта, да ты же все время летаешь. Ну, конечно, пролетаешь. А Берта просил меня отдать ей свою комнату, мою комнату, чтобы попутешествовать хотя бы в пределах этой квартиры. Ну, понимаете? Подожди, стоп. Но если бы я не вернулась, где бы ты спал? Я? Где? Ну, да. Ну, вон там. Вот там. На улице. На улице. А там веранда. Веранда? Нет, там веранда. Когда я устаю от городского шума, я ухожу на природу. Вот, кстати, поехали в Сан-Жермен. Езжайте! Дарлинг, нет, я уже согласна на эту веранду. Я хочу принять душ и сменить обстановку. Это же так возбуждает, правильно? Пойдем на веранду. Ты не находишь? Нет. Подчинись мне, я лягу спать на этом диване. Нет, это невозможно. Это невозможно. Да почему? А я не нужна? Нет. А, не знаю, подождите. А кровать постелена на веранде? Нет, нет. Подождите, а где мы тогда будем спать, если Бернар отдал нашу комнату своему другу? А, месье отдал? Ну, тогда там. Нет, Бетта, с вами мы точно спать не будем. Со мной? Ну, да. Как это? Как вспоминай, я же тебе отдал комнату, ты же меня сама просила. Да. Нет. Да, ты же просила. Я? Да, вспоминай. Да что ты говоришь? О, Господи, вспомнила? Да. Хорошая память, да? Утром Бернар мне сказал, что я должна постелить на веранде. Вот, все, пошла стелить на веранду. А я не могу, Бетта. Ой, благодарю вас, мисс, это переутомление, да без сомнения. Вот и я говорю, Дарлинг, если я буду здесь постоянно, такого не будет. Да, пойдемте. Где она? Кто? Мишель. Так откуда я знаю, вы же с Сан-Жермен поехали? Да, но она после ресторана встала, выбежала, я хотел ее догнать, ее след простыл. Прекрасно. Что Марта? Марта пошла гулять. Так. Я хотел ее проводить, даже поухаживать немножко хотел. Что? А так и нет, только ради дела, понимаешь, ради дела. Ну, вот после моих ухаживаний я понял, что она любит себя и вообще, кем я выгляжу в этой ситуации, а? Кем, выглядишь очень достойно. Нет, я выгляжу полным идиотом со всем этим твоим гаремом. Да, слушай, я уже начинаю задумываться, так ли безупречна моя система. Так ты же сказал, что сегодня исключение. Да. О! Я попытаюсь отвезти Мэри в Сан-Жермен до завтра. Да увезти в Сан-Жермен уже какая-то навязчивая идея. А что мне делать? Если вернется Мишель, ты ничего не знаешь, тебе взятки гладкие. Ага, а если Марк вернется, то что я ей скажу? Скажешь, что я так захотел. Прекрасно, то есть если будут потери, то я здесь ни при чем.